Первая говорящая чихуахуа Софи. Что-то жарко сегодня. Ага. Эйвен, а ты веришь в Деда Мороза? Нет, я считаю, это сказки для детей. А я верю. Слушай, Эйвен, а у нас в Таиланде-то елки нет для Нового года. А я хочу елку нарядить. Ну, можно что-нибудь другое нарядить. Вон, дерево это наряди. Прикольно ты придумал. Только игрушек нет. Да. Жалко, что у нас игрушек нет, а ты еще и в Деда Мороза не веришь. Да фигня это, Софи. Ой, смотри. Что это? Так, давай посмотрим. Какая-то записка. Так, давай прочитаем. Эйвен, иди сюда. Это загадка. Чтобы елку наряжать, нужно украшение. Стоит только поискать и найдешь решение. Вот так вот, а ты говоришь, не существует. Это Дед Мороз прислал. Не знаю. Вокруг никого нет. Ладно, пойдем искать украшения. Двуногие обычно кладут такие вещи в шкаф. Эйвен, пойдем скорее. Да ну, ерунда. Вот ты зануда. Ладно, только потому, что я не зануда. Так, что тут у нас? Игрушек нет, зато смотри. Ой! Загадка вторая. Вы на правильном пути, но еще не рядом. Чтобы игрушки все найти, занимайтесь садом. Пойдем искать на улицу. Эйвен, ищи со мной. Так, как же тут искать? Блин, столько тут растений. Ничего нет, да фигня это, Софи. Если ты так будешь думать, ты ничего не найдешь. Ну, я поискал, под камнем ничего нет, короче. Ой, я нашла еще одну загадку. Загадка третья. Серебристая, как снег, елочка лежит. Где-то не совсем в воде, яркая блестит. Ой, я знаю ответ, это про пруд. Побежали, поищем пруда. Софи, да нет тут ничего. О, смотри, вижу, первая игрушка. Блин, как же достать? О, тут снова загадка. Загадка 4. Кто из снега состоит, морковка вместо носа. Тот под пальмой лежит, найти легко и просто. А, это же снеговик! Бежим искать под пальмами. Да не существует этого Деда Мороза, Софи. Эйвен, ну как брат меня хотя бы поддержи? Ладно. Так, у меня ничего нет, а у тебя? Тоже ничего, кроме травки. Эйвен, ну ты чё, вот же, в траве. Так, вторая игрушка и загадка 5. Кем был Эйвен в прошлой жизни? Серебром блестит, тот, кто возит Дед Мороза, под зонтом сидит. А, олень, зонт! А, я поняла, побежали! Ух ты, я тоже, кажется, понял. А вот он зонт, а вот и олень. Ну, игра начинает быть интересней. Ну, давай, открывай. Так, ну тут что тут у нас? Загадка 6. Бант на ней 5 углов светит в небе нам, где у рыбака улов спряталась вот там. Так, надо погуглить улов и рыбака. София, это про море. А, да? Ну вот мы и нашли завершающую звездочку. Полетели звездочка на нашу тайскую елочку. Да, полетели. Так, игрушки повесили все. Завершающую звездочку. А теперь будем ждать чуда. Да уж. О, смотри, Эйвен, остальные игрушки появляются сами. Ух ты. Вот это класс вообще. Правда, фонариков нет. Блин, все равно супер елка у нас получилась. Точно. Ой, игра продолжается. Загадка 7. Чтобы свет светил на елке, соберите все иголки. Звездочки на них висят, фиолетовым блестят. Так, пойдем искать иголки с фиолетовыми звездами. Так, тут нет. Тут тоже нет. Тут тоже. Может, мы не там ищем? О, вижу, нашла, иди сюда. Так, как бы нам теперь их достать оттуда? Ну-ка. Так, отсюда никак. Ну-ка, падай. Падай. Давай, ну-ка. Вместе мы сила. Эффективная команда, давай. Так, вот, ура! Ура! Но от нее же не будет света. Так, смотри, а тут под ней записка. Загадка 8. Где звенит, там и горит. Посмотрите выше и найдете фонари, что висят под крышей. Что же это имеется в виду? Эйвен, ты тоже видишь? Ага. Вперед! Вот они, заветные. Как бы их нам достать-то? А просто взять и сдернуть их оттуда. Аккуратно. Ну вот. Отлично, елку нарядили. Спасибо тебе, Эйвен, за помощь. Теперь будем ждать Деда Мороза. София, вот тут я тебе не помогу уже ничем. Почему он не идет? Может, мы неправильно выполнили что-то? Что-то мы сделали не так. Да все мы правильно сделали. Просто его не существует. Хотя, подожди, Софи, там кое-что еще. Ай, вот, достать-то как, вот. Смотри, загадка 9, последняя. Ну да, я прочитаю. Чтобы Дед Мороз пришел, вы немного позовите, прочитайте свой стишок и подарок попросите. А, понятно. Ой, ну что ж, давай звать Деда Мороза. Ну давай. Дед Мороз! Дед Мороз! Дедушка Мороз, приходи! Дедушка Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз, приходи! Приходи, Дед Мороз! Оба-на! Что это? Joy to the world, the Lord is come. Let her... Ну здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Кто подарки вам принес? Добрый Дедушка Мороз!
Да уж, теперь я тоже сомневаюсь в его существовании. Ну я что, тебе говорил. Светишь? Сейчас начнется. Глянь, какую красивую елку нарядили. Как... Дедушка, а почему ты в очках? Ну так жарко тут у вас. А Снегурочка где? А не спрашивай, заболела Снегурка. Началось все с кашля, а там и абсцесс мозжечка, и цирроз полезли. Ну да ладно, давайте лучше глянем, что принес вам добрый дедушка Мороз. Ну что там у тебя показывает? Ну, Софиша, будешь оленем. Почему я, блин, оленем? Это Эйвен олень. Я не олень. Вот какая красивая олениха-то получилась. Да уж, блин, спасибо, дедушка Мороз. Не за что, а ты будешь гном. Я тебя предупреждал, Софи. Да уж. Вот какой красивый гномик. Ну что ж, детишки, теперь читайте мне стишки за подарки. Я не буду больше участвовать в этом карнавале, но стишок прочитаю. Ой, забыл. Где моя шпаргалка? Нет, я попозже прочитаю. Ну что ж, тогда пусть Софиюшка прочитает стишок свой для дедушки Мороза. А, спасибо, дедушка, мне не нужен подарок. Ты что, дедушку не любишь? Дед Мороз, красный нос, борода из ваты, ты подарки нам принес, а дальше я забыла. Ну ничего, подарок ты уже заслужила. А ты, гномик, готов читать стишок? Можно мне просто так подарок уже дать? Ну что же, дедушка добрый. Софиюша, тебе я дарю набор полотенец, как настоящей хозяюшке. Вот, держи, пользуйся. Набор полотенец для оленя, пипец. А мне? Надеюсь, тебе а тебе, Васюша, подарок. У дедушки подарок для настоящего мужчины. Вроде больше тут ничего. Надеюсь, это паштет. Это крем для бритья на травах. Что мне им брить? Ну вот ты, мужик, уже взрослый, найдешь что брить. Ну что же, будьте счастливы в новом году, а дедушке Морозу уже пора. Нет, это капец какой-то, рога, полотенце, крем для бритья. А можно вопрос, дедушка? Давай. Ты настоящий? Эйвен, ты что, издеваешься? Конечно, я настоящий. Ох, жарко. Будьте послушными в будущем году. И хорошо себя ведите, и будут вам подарки. Представляю. Ну что ж, полетел я дальше. Подарки дарить другим детишкам. Он уходит уже, да? Да. Пока. Ну что ж, все, с Новым годом вас, 2015-м наступающим. Пошел, дедушка, счастья вам желаю, и добра, и всего самого наилучшего. Видать, дедушка, перегрелся тут у вас в Таиланде. Не обращайте внимания, все хорошо, жив-здоров. Ой, что-то борода во рту, дышать не дает дедушке. Все нормально, в следующем году увидимся, в следующем году, все, пока. У меня сейчас мозг взорвется, я не могу на это смотреть. Какой ужас, дурацкий крем для бритья. Эйвен, не истери. Дурацкая, это какая-то шляпа. Говорил я, нет, Деда Мороза. Ты был прав. Ну и ладно, что Деда Мороза не существует. Все равно хорошо, что мы нарядились. Какой-никакой Новый год все-таки будет. Да, я согласен. Ты слышал? Слишком уж странный звук. Побежали, проверим, что там такое. О, Эйвен, это же сказка. Смотри, подарки настоящие. Ух ты, а ты говорил нет, Дед Мороза. И косточки тут. Ну что, подарки открываем? Так. У меня прекрасные чудесные вечерние бусы. А у тебя там что? У меня бабочка супер-пуперская. Вот это я понимаю, подарки. Ну что, косточки будем есть? Вообще-то это моя косточка. Ой, извини, перепутала. Тут явно побывал настоящий Дед Мороз. Не то что днем. Давай есть ты свою, а я свою. Ой, упала. Смотри, Софи. Смотри. Видишь? Он существует. Существует. Это он летит. Да. Спасибо, дедушка. Спасибо. Что за фигня? Спасибо, что подменил кризис работы лом. Жесть, Дед Мороз. Не понял. Существует. Ну чё, спасибо тогда тебе, дедуля. Да, с Новым годом, короче.